Ага. Здоровки, амиго. Погнали посмотрим видосчик. Всем, Валера, я привет. А это наша любимая рубрика про девочек с психическим отклонением. Только ей тут что-то не здоровится. Наверное, простуда. Вначале предлагают выбрать. Пепси мне не нравится. Это не актуально. Ленивый дизайнер. Эти вообще что-то не поделили место. Ладно, погнали, посмотрим. Игра любезно спрашивает, как у меня со сном. Пробуждением. Жмем нормально. Сплю я хорошо. Спасибо, что беспокоитесь. Подождите, а где школа? Мы же так привыкли к школе. Нас встречает депрессия. Если ты не выйдешь, раскрою твою тайну всем. Что писать сидя не надо. Она не нуждается в сердце. Поэтому я вытащила его. Ну ты нафиг, ты пошла в бесплатную клинику. На, не теряй. У нее ключ от двери. Давай сбежим вместе из этого места. Вместе с тобой? Можно вытащить обратно? Стой, подожди. Я не могу идти с тобой, потому что слепа. Тогда куда ты идешь? Сэмпай, я не чувствую руку. У тебя ее нет. Господи, одни проблемы. Дай прогуляться по лесу. Фига я ее починил. Да, 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 ты уже угрожала мне этим. О, чья-то рука? Типа я могу себе собрать девушку? У тебя все волосы в узлах, позволь мне их поправить. Не-не, это прическа такая. Ты нафига это? Прическу не тронь. На, бери кулак, бей ее. Зачем ты ее убиваешь еще раз? Это нечестно, у нее была одна рука. Вставай, или я сдохну. Ты подожди. Все в порядке, начинаю понимать. Что ладно, это я было? Тебя чиню. Пока я тебе верю больше, чем той неадекватной парикмахерши. Все, собирайся. Ну, в смысле, сейчас мы тебя соберем. Глаз, смотри. Глазки. А, какой смотри, у тебя ж. Ну ладно, сейчас. Блин, прикольная лего, собери себе тян сам. Ну вот, уже совсем другой вид. Я тебя вижу. Мы просто стоим на респауне, болтаем. Да что тебе? Да перестань ее убивать! Нафига я глаз искал? Куда ты? Отстань, мы были бы с ней счастливы. Иди в свой барбершоп. Нюхай пятку. Ты жива? На, ешь ногу. Вгрызайся в ступню, быстрее. Блять, я съел ногу. Я отравился с чьей-то немытой пяткой. Реально, я медленно тухну. Фуд-фетиш это смертельно получается. Слышу, кусты шевелятся. Там этот неадекватный Эдвард руки-ножницы бегает. Какая ты быстрая, а? Я вообще-то... Главное, чтобы у него не было жены, которая насрет ему на кровать. Лучший бегун школы. Чё, корягу взять можно? Ну и кто теперь должен бояться? Не подходи, у меня палка. Вот так буду делать. Ну давай, давай, подходи. Чё? Ага. Да ты угораешь. Понял, вскрыли. А заранее для тех, типа, как ты можешь бить девушку? Да я по ней даже не попал. Твоя задача держать ее, а я буду бить ее палкой. Пошли. А, ты же не видишь. На звук палки иди. О, молодец. Иди на палку. Бля. Что исправить? Палку? Бездомные ноги. Пригодится. Куда ты идешь? Обуйся на ногу. Это твой размер, отвечаю. Я-то вижу, ты видишь ногу, возьми. Ну все, порезали мою подружку. Ля башка чугунная. Собирай, собирайся. Еще палка. Да это просто неадекватно. Все палки по ее тупую голову сломал. Мое тело, мое дело. Ну не подходи, я просто бобер, иду строить плотину. Где там этот ходячий? Ты вообще ищешь себе запчасти сама? Хватай что-то. Это что, рука? Класс, бери. Я возьму это. Собирай себя сама, я пока ее отвлекаю. Класс, сейчас. Без толку. Все нормально, она привыкла. Я нет, не подходи. Класс, вы пока тут разбираетесь за мою жопу, можно я тебе ногу починю? Смотри, я положил на тебя глаз, типа. Только не ешь ты не мармеладный. Было бы здорово нацепить на нее много рук, много ног, просто и уехать на ней. Че подглядываешь? Штраф глазик. Я понимаю, что тебе не терпится нас порезать, но мы здесь пытаемся нащупать глаз вообще-то. Ты вообще стараешься? У тебя есть один глаз, ты все видишь. На культяпку. Все, осталось обуть чью-то ногу, и ты готова. Смотри, как все просто. Как оказалось рядом? Слушай, ну это будет идеально. Это просто твой размер. Теперь ты можешь меня защищать? Прям Золушка. У нее ключ от двери. Я помогу тебе взять ключ у нее. Как бы пора уже. Алло? Опа. Выворачиваем кармашки. И если что, я ищу ключи, я не разглядываю костлявые попки. А можно ее как-то зафиксировать поровнее? Конечно, встань на мостик, нашла время. Ну давай, я же тебе взял лучшие ручки на рынке. Хватай ее. Да, мы чисто ночные гопники из карманов вытаскиваемся. Хорошего вам времяпровождения, Сэмпай. Девочки. Стоп, а где выход? Ты что, такой тупой, что ли? И что ты мне сделаешь? Да, ну ты что, не можешь попасть в замочную скважину? Пожалуйста, борись. Я же борюсь с дверью. Ебать. И я победил дверь. Кремпай, беги. Не смей. Такой типа... Сэмпай, пожалуйста, не волнуйся в любое время.
Ладно, в любое время не буду. Буду по пятницам после 17:30. Не давите, нажалось. Ну что, блядь, она ж зомби. Ты что, просто уйдешь, чмолох? Я сбежал чмолох. Без зайки? Я сбегу с зайкой. Меня так не устраивает. Ага, единственная так. Адекватная мертвая девочка. Надо брать, надо спасать. Забудем, что было. Сделаем как надо. Да, потрепанная, да, грязная, да, воняет, да, немного стухла. Но хорошая. Как ее бросить? Первым делом тебя, короче, собираем, а потом думаем, что с ней делать. Глазики. Самое важное. Чтобы видела, какой я красивый. Остановись. Я слышу паровоз. Чё гудишь? А, ты нашел мой храм. Теперь у меня для тебя есть несколько задач. Видишь эти чаши? Если положишь что-то в эту чашу, я дам тебе что-то взамен. Мне нужно сердце так. того, кто заботится о тебе. А, не-не-не. А защику ты не напихать, слышишь? Сердечко это не отдам. Я думаю, ты не хочешь моей помощи, а скорее страдать. Да плевать, слышишь? Без тебя разберусь. Цены у тебя, конечно, конские. Я не позволю тебе уйти из детского сада. Это считается, что я помогаю справиться с комплексом неполноценности? Или это не то? Смотрите, мы уже держимся за ручки. Бля, давай поедим. Ну, у нас сейчас не пикник, как бы. А где та сыкуха? Очканула сразу. Как узнала, что у нас уже два, а не полтора. Вон, хрустящие пальчики, пожуй. Буэна просто. Нам неизвестно, что делать еще, как с ней справиться. Буэна. Сколько можно? Ты только что поела. Сэмпай, я принесла еду. Это мне? Не, спасибо, я веган. Сэмпай, я все еще голодна. Да ты уже съела всех, кто здесь помер. Давай выберемся, сходим в маг какой-нибудь. Договорились, потом тебя покормим. Да что ж ты такая, просто безбашенная. А можно я тебя немножко укушу? Слышишь, даже не думай. Почему так приятно пахнет? Слышишь, переставай, а. Нам нужно думать, как отсюда выбраться. Это что за выступление? Это лучшее из всего, что я когда-либо елась. Очень приятно слышать, очень здорово. Я слегка укушу тебя, не возражаешь? Возражаю. Пошла нахер, ешь ее. Она тоже из мяса. Смотри, нога, нога. Ешь ноги, бля. Это обидно, как минимум. Я тебе верил. Хотел спасти. Я передумал. Мистер Филин, я в деле. Как и просили. Твоя награда находится в храме. Используй ее, чтобы разбить ей голову и отомстить. Ну что, проверим твою черепушку на прочность? Ау. Не бойся, я боб-строитель. Где она есть-то? Боб-строитель. Эта битва будет легендарной. 8 марта. А ты, извините, я прокормить просто нереально. Ну, вводи в положение. Даже не жалей, ты был съеден, ты просто не знаешь. Вот так вот, героически покинул помещение. Нет, 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 нет. Она я же хорошо жива. Ударил. Опа, случилась ловушка Джокера. Ну, прекрасный осенний пейзаж. Подождите, никто не говорит? Никого нет? Эй, кто-то кошмарить будет? Я так понимаю, это за мной. Привет. И сразу так, ни здрасте, ни симпай, ты мне нравишься. А, и все, и ушла. Даже не убила. Двинула один раз, типа мне хватит. Мне мало, шлепни меня еще раз. Ты у меня на голове, в смысле, или что? Это по-твоему прикольно? Слышишь, что за цирк? Я волк. Офигенно. Весело тебе, да? Трудность. Что за цирк? Я волк. А волки в цирке не выступают. Ауф. Ты с прогрессом? Слышишь, голос храма, давай-ка ты рот-то прикроешь. Ля, ну позитив с тебя так и прет. Спасибо. Ты на энергетиках, что ли, сидишь? Как по тебе попасть-то? Меня что, булят, что ли? Это издевательство. Что случилось? Я помер? Она просто сделала заднее сальто. Это цирковое представление. Зрители не дохнут, когда клоун кувыркается. Какого х... От чего я помер? От удивления? Ну да, 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 весело. Я, по-моему, свое тело отдельно сейчас видел. О, нет, проход зарос. Ну, пробиваться тогда будем. А у нее топор об мою голову не ломается, значит. Where's my axe? Where's my axe? Я это забираю. У тебя два есть, отстань. Это у тебя что, яблоко? А можно мне? Спасибо. Ау! Жматяра, одно яблочко взял. Счастливая такая, ходит яблоки жрет, радуется жизни. Я по-твоему чё, просто здесь танцую с ней? Свобода! Меня залупили. Да ё-моё, обратно. Ну, сейчас меня отстропонят жёстко. Да, о, заебал. А, ты хорошо закончил. Ну, сейчас так... Всем, Валера, я... Сейчас нас отстропонят, и всё. И на этом закончилось видео. Ну, классика, база. Ну, зато он выбрал её. Девочка-зайка была всё-таки хороша.
Ладно, что ж, ребята, всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока.